Алло. Твоя девушка у нас. Нам нужен выкуп в размере 50 тысяч. Переведи на карту своей девушки, иначе мы ее убьем. Все. Свободен. Все в порядке. О, слава богу, ты меня спас. Я смотрю, грабители-то хорошие оказались. 50 косарей всего попросили. Подарков еще купили. Косметика, парфюм, трусишки новые. Они тебе еще носки купили. Сюда. Пожалуйста. Хорошо, только в магазин сходи. А теперь помой. Спасибо. О! А посуду помыть? Я вообще-то готовила. Дорогая, я дома. Детка. Привет! Знаешь, что каждый раз становится больше, когда я возвращаюсь к тебе домой. И что же? Ты! Да вообще срать! Смотри, вчера какой пиджак купил. О, прикольно, дай померить. Ну да. Ну как тебе? Тебе не идет, снимай. А это больно, да? А у вас обезболивающее есть? А долго держится? А вы уже начали?
Конора Макгрегора. А вот я. Я тут свой обезбол захватил. Будешь? Можно мне, пожалуйста, крутую татуху набить вот сюда вот? Ну, только чтобы из-под рубашки не видно было. О! Погоди. Можно икры сделать, нет? Ну ладно, давай здесь сделаем. Погоди. Оно мне вообще-то надо, нет? Может, здесь сделаем? Стой, блин, а давай как у Фейса, короче, на лице, может, ебанем? А это можно сейчас удалить? С тебя бутылка, с меня пятерка. Вы там пока бегайте где-нибудь, я тут в траве полежу. Ребята, так и скидываемся на мячи. И на сетку волейбольную. На первый, второй рассчитайся. Будем играть веселый старт. Чехарду, догоняйку. Может, лямки? Колька, пробеги за школу, а? Выступи на соревнования, кубки, медали. Представляешь, что тебя ждет. И девки тоже будут с тобой бегать. Ха-ха, это лава. Смирно! Разговоры стоят! Упал, отжался! Груди касаются земли! Кто нормативы не сдаст, поедет очки драйв! Здрасте! Театр любите? Алло? Алло, привет, слушай, надо встретиться. Я хочу тебе сказать очень важную вещь. Давай. Привет. Я хочу сказать тебе спасибо. Благодаря тебе я наконец-то узнала, что такое чистая, настоящая и искренняя любовь. Спасибо, что познакомил меня со своим другом. Ты все сказала? Да. Ну все, пойдем. Братан, ты говоришь, не переживай, у тебя все будет классно, но мне, конечно, это похуй. Вот номер моей бывшей. На. За счет заплати. Вот как битва покажет, где боль на рану, как соль, сука, любовь. Где ты была этой ночью? У подруги. У какой подруги? У Оли. Почему была недоступна? У меня сел телефон. Что вы у нее делали? Смотрели сериалы. А почему от тебя пахнет алкоголем? Это антисептик, я им губки помазала, от простуды помогает. Почему подруга трубку не брала? Э? У нее телефон на зарядке был в другой комнате. А почему ты не взяла ее зарядку, чтобы зарядить свой телефон? Так, я забыла, как на этот вопрос отвечать. А, вспомнила, давай по новой. Давай. Женское агентство «Алиби». Мы научим вас пи***ть. Так, 4 минуты. Я успею сделать еще пару дел. Ничего, сука, не делай! Уволен! Я чё, ты все говно! Всем хорошего дня! Дамы, вот вам цветы, а мужикам спидеры, чтоб не нервничать! Работаем, ребята! Вместе мы сила! Мы сможем все. Мы команда. 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 Какой у меня пароль? Как ячейки объединить? В какую папку сохраняются? Где у нас уборщица? Сколько у меня в штате сотрудников? Ну что, конец месяца? Вот таки твоя зарплата. Тебе премию. Тебе премию. И тебе премию. Тебе премию. Всем премию. Ха, напугался, да? А что это тут такое, да? За нас тебя купился. Анекдот вам расскажу. Очень смешной. Обхохочешься. Ха, Леночка, привет. В спортзале жопу качаешь, да? Сегодня, может, отчетик с тобой вместе сделаем задним числом. Привет, Маринка. Акции, облигации, график, расчет, график, падать, маркетинговые исследования, франчайзинг, краунфандинг, стартапы, хуяпы.